108 тысяч, курс 90. На радаре помехи, возможно, гроза. Никак нет, командир! Грозовых фронтов в вашем районе нет. Все чисто. Отбой. Вас понял. Значит, радар брали. 3 минуты до высадки. Эй, Номад, ты живой там, а? Итак, слушайте, господа. На острове замечены значительные силы противника. За нами преимущество неожиданности. Эти корейцы не знают, что мы здесь. И не узнают, кто их убил. Тише, псих! Не отвлекайся! Операция секретная. Задача найти и спасти. Мы здесь не на войне. Пока. Что? Пророк, известно хотя бы, живы они или нет? Это нам и предстоит выяснить. Связь с доктором Розенталем пропала неделю назад, когда корейские войска заняли остров. 2 дня назад мы приняли сигнал бедствия с судна экспедиции. Кто-то хочет, чтобы его нашли. Группа Хи-Хи, подходим к цели. Ждите зеленого. Ладно, парашюты, маски. После выброски держите со мной. Раскрытие по сигналу. Внимание, 5, 4, 3, 2, 1. Пошел, пошел, пошел! До встречи на земле! Что? Теперь нам поручили гоняться за какими-то археологами? Ну, впрочем, это пара пустяков. Слышал я об этом парне. Похоже, он действительно раскопал что-то интересное. В любом случае, мы здесь явно не из-за него. Итак, группа, внимание! Штаб переносится на Конституцию. Пока не наладим с ними связь, мы сами по себе. Раскрытие по команде! Давай! Что за черт? Видели? Ломат ранен! Он потерял парашют! Парашют! Чертов парашют! И запасного нет. Держись, парень. Ты над водой. Костюм должен погасить удар. Недостаточно энергии. Номад, доложи обстановку. Я в норме, только прицел барахлит. Что это было? Не знаю, но ты далеко от зоны высадки. Выбирайся на берег. Иду. Кто-нибудь попал в зону высадки? Похоже, всех раскидало. Перекличка. Всех здесь. Уже на марше. Жоп на земле. Иду в зону высадки. Ацтек, не вижу твоего сигнала. Ответь, прием. Ацтек, ответь. Черт. Пророк, я на берегу. Ты здорово ударился об воду. Костюм частично поврежден. Нужно провести диагностику. У тебя камера барахлит. Попробуй перенастроить. Недостаточно энергии. Отлично. Теперь все в норме. Максимум Ацтек скорость. До сих пор не отвечает. Номад, бери шута и ищи Ацтека. Проверь экран задания. Проверь глушитель. Будь осторожен, Номад. Впереди противник. Максимум брони. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Это Ацтек. Как слышно? Слышно хорошо. Доложи ситуацию. Меня что-то ударило в полете. А,
Я застрял в деревьях. Понял. Держись, помощь скоро будет. Номад, давай сюда! Давай, пошли за ацтеком. Пророк, я тут не один. Что у тебя, ацтек? Корейцы. Четверо. Тебя заметили? Нет. Но они близко. Секунду, что-то... Ацтек, ответь! Матре Сантиссима! Ацтек, заткнись! Живо! Не убоюсь я зла! Небо! Пророк, помоги! Номад, шут, криму! Живо! Ну! Номад, включи защиту. Недостаточно энергии. Черт, что это? Боже, что же тут случилось? Ты слышал? Не нравится мне это. Черт! Сукин ты сын! Шут, ответь, что с ацтеком? Мертв, босс. Твою мать! Черт возьми, что там случилось? Я не знаю. Но, сдается мне, мы там не одни. Кто у вас там? Корейцы? Никак нет, сэр. Есть четверо мертвых корейцев, но убил их явно не ацтек. Их прикончило что-то еще. Разорвало на части. Вот ведь. Ладно, воздайте почести и идите. Встречаемся на месте высадки. Как насчет ацтека, сэр? Оставить его тут висеть? Никак нет. Я его уничтожу. Костюм не должен попасть в руки корейцев. Отойдите. Черт, никогда не привыкну. Адьё, амиго. Шут, займись его костюмом и замети наши следы. Номад, отправляйся в зону высадки. Понял, босс. Выполняю, пророк. Максимум силы. Подожди. Максимум брони. Включи маскировку. Маскировка активирована. Корейский патруль. Разберись с ними тихо и по-быстрому. Что за чертовщина? Максимум брони. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Маскировка активирована. Максимум брони. Максимум скорости. Номад, только что пропала связь со штабом. Отказала вся система тактической обстановки. Недостаточно энергии. Где-то в твоем районе. Найди и отключи. Ясно, пророк. Выполняю. Вижу большую антенну. Похоже, это и есть глушилка. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Максимум брони.
Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Система заработала. Иди на место высадки. Максимум скорости. Недостаточно энергии. Место высадки захвачено противником. Мы с психом идем к источнику сигнала. Номад, впереди корейский КПП, тебе придется с ним разобраться. Принимай координаты. Достаточно энергии. Сигнал бедствия идет из долины в 3 километрах на восток. Мы с психом идем туда. Следуй в ту же точку, но будь осторожен. Противник хорошо окопался. Понял, пророк. Ты под обстрелом. Включи режим защиты. Максимум брони. Номад, в
твоем районе большое скопление противников. Не светись. Если попадешься, они вызовут подкрепление. Маскировка активирована. Выходим! Быстрее! Недостаточно энергии. Максимум скорости. Максимум брони. Максимум скорости. Максимум брони. Максимум брони. Поступило сообщение, что штаб корейцев находится на восточном мысу. Ты должен проникнуть туда и собрать сведения об их укреплениях. Передаю координаты. Понял. У нас на пути корейский КПП. Прорваться будет непросто. Собери все гранаты, которые сможешь найти. Я в связном фургоне. Проверь терминалы. Попробуй войти в их тактическую сеть. Понял. Вошел. Копирую. Данные у меня. Иду к месту встречи. Отлично, Домат. Осколочная! Судя по этим данным, они эвакуировали все гражданское население за считанные дни. Что же они скрывают, черт возьми? Кроме того, этой операцией командует сам генерал Рич Хан Кон. Думали, будет легко? Не тут-то было. Кон — серьезный противник. Еще с ним элитное подразделение корейского спецназа.
максимум скорости. Ты приближаешься к линии обороны. Попробуй прорваться с помощью... Маскировка активирована. Максимум брони. Достаточно легко. Что там у тебя, пророк? Сам увидишь. Рассказывать бесполезно, все равно не поверишь. Понял, иду. Максимум скорости. Недостаточно энергии. Максимум силы. Недостаточно энергии. Вовремя ты пришел. Ну, что скажешь? Похоже, кому-то крупно не повезло со швартовкой. Похоже, мы в тупике. Да, со штабом связи больше нет. На острове слишком сильное статическое поле. Эй, босс, смотри сюда! Хорошая карта. Смотри, район выделен. Похоже, раскопки были именно в этой долине. А ты уверен? Я нет, но это все, что у нас есть. Надо идти. Я никуда не пойду, пока ты мне все не расскажешь. В сказки про найти и спасти я больше не верю. Ага. Интересно, откуда корейцы взяли этот проклятый луч? Точно! Похоже, мы вляпались в какую-то дерьмовую фантастику. Я уже рассказал вам все, что нужно. Полная чушь! И ты это знаешь! Астек мертв! А мы даже не знаем, что его убило! Я сам видел, босс. Его разорвало напополам. И с чем же мы тут имеем дело? Явно не только с корейцами. Шут прав. Если бы Розенталь был простым придурком, нас бы тут не было. Замолчи, псих! Вы все знаете. Задача найти людей, этим мы и займемся. Выходим немедленно. Что за... Это приказ. Что-то есть! Шут попался! Надо идти! Надо идти! Живо! Вперед! Ну, ну! Видишь его? Куда он ушел? Сюда! Вперед! Ну! Недостаточно энергии. Вот черт! Ты это видел? Держите курс! Надо найти Шута! Вперед! Вперед! Салим! Живо! Живо!